Почему возникают ошибки в мышлении? Действительно. Ну, откуда вообще возникают ошибки в мышлении? Ведь в идеале как должно работать мышление? Оно проанализировало какие-то факты, выдвинуло гипотезу, проверило. На базе этого там, каких-то новых фактов, сформулировало следующую гипотезу, проверило. Ну, вот такое идеальное научное мышление. В идеале оно должно быть таким, но наше мышление, оно не такое. А почему так? А потому что наш мозг, он не идеален. Ну, это я конкретно скажу. У него ограниченная процессорная мощность. Он вот так думать идеально в каждую секунду жизни не может, не успевает, ему не хватает скорости. И как выкручивается мозг? А очень просто. Он делает шаблоны. То есть когда-то какая-то мысль ему пригодилась. Бац, делает мозг из этого шаблон. Почему? А потому что всегда проще вспомнить готовый шаблон и прокрутить его в голове, и по этому шаблону, соответственно, отреагировать. Это намного проще, чем каждый раз проводить тот рациональный анализ, про который я говорил. И вот так мы живем по шаблону, что намного проще, но неэффективно. Но мы можем, если мы об этом знаем, отслеживать эти моменты и заменять шаблоны вот таким рациональным анализом. И если это делать, вы будете жить намного лучше.